Я нахожусь перед самой администрацией города Сеула в Южной Корее. Это здание, где сидит мэр и вся его администрация. И перед самым входом стоит такая инсталляция, называется «Ухо мэра». Каждый из жителей Сеула может подойти к этому огромному уху и в него сказать свои... Добрый день, говорит. И сказать свои просьбы, жалобы, пожелания, какие-то новые идеи насчет жизни города. И этот звуковой файл прямиком попадает к секретарю, в компьютер секретаря мэра Сеула. Вот такая демократия.